Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы вновь на странице 9.3 онлайн-диагностика. Мы продолжаем работу над тестом, психологическим тестом качества жизни. Или еще у нас были споры назвать его психическое здоровье, но решили остановиться пока рабочее название как качество жизни. Вновь напоминаю вам о том, что эта психологическая диагностика очень проста, эффективна, построена на всем известном тесте Дембо-Рубинштейна. И я предлагаю тем, кто еще не прошел эту диагностику, пройти ее. Поддержите нас научно, мы занимаемся прежде всего наукой. И, соответственно, еще раз напоминаю в этом видео о том, что кто хотел, а хотели многие, отписывались в комментариях, по почте и так далее, попробовать пройти этот тест совершенно абсолютно бесплатно. У нас вообще мало чего платного на сайте находится, там моя книга и так далее, незначительные какие-то вещи. В основном это все сайт абсолютно бесплатный, поэтому прошу вас, заходите в этот раздел, проходите эту диагностику, присылайте нам результаты, а мы работаем над автоматизацией этой методики. То есть будет отдельное программное обеспечение, полезное для вас, совершенно бесплатно. Собственно, на этом все. Маленькое вот такое видео. Это будет хорошо и интересно. И дальше будет еще интересней. Нет ничего интересней, чем психология человека, психология людская и то, что понимание того, что представляет из себя психика, личность, человек и тому подобные вещи. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!